зашел домой, потому что глупая ошибка была пойти куда-то надалеку. Ну, вообще, в принципе, на большое расстояние взять с собой хотя бы чуть-чуть воды. А то только когда жара плюс 35. Давайте что-то откроем, посмотрим, что это. Их, блин, совсем не зафиксировать. Палка на треногу не превращается, да, очень вообще больше от нее пользы. Она даже ножится. Будет прикольно, у меня получился записки от Родяги вместе с анбоксингом. Все вместе. Етическая сила, он огромный. Вот такой вот. Что? Никогда бы не подумал, что он реально такой капец здоровый. То есть вот моя рука, вот он. Поп-фильтр, здравствуйте. Крепление. Ну, охрененное крепление. И, соответственно, эта дуга, которая как хочешь, так и ворочишь его. Хоп, согнул. Пойдемте примасим его к микрофону, тогда сразу че уж. Ну, соответственно, я вот его уже установил. Вот так выглядит с виду конструкция. То есть, если под углом смотреть, все звуки направлены, будут через него идти фильтроваться. Ну, знаете, с учетом того, что мне за аналог этой херни предлагали 600 рублей, а это стоит 300, я успел еще и по акции ее купить. Я вообще дико доволен. Крепление охренительное. Тут вообще можно, я его даже доталываю, вот еще не затянул. На любую стойку может крепиться. Такое, знаете, там, как вам сказать, ой, даже не знаю, как это называется, крепления такие. В общем, очень круто все и не выглядит дешево. Как такой хороший, качественный поп-фильтр. Все гнется, все меняется. Вот теперь вот так вот. Тинь! Если нравится, ставь лайк. Что я могу тут сказать? Ладно, пойдемте дальше. Поход еще не окончен.